26 августа волонтеры центра «Шанарак» отправились в летний лагерь. После карантина это первая организация выездного лагеря «Волонтер Мектебе 2022». В поездку отправились и серебряные волонтеры города. Здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. На этот раз лагерь прошел в национальном парке Бурабай на севере Акмолинской области. Поселившись в уютных номерах, волонтеры отправились изучать природу. Поэтому волонтер благотворительности, не путайте это с теми, кто жертвует деньги, а именно волонтеры, которые распространяют информацию, собирают деньги и так далее. Во-первых, они должны в обязательном порядке подписать договор трудовой. Сегодня вот я на мероприятии, присутствовали все, и там от 16 лет и выше. Это все те ребята, которые хотят максимально быть полезными, быть волонтерами. Они сами активные волонтеры, и при этом они могут быть частью системы ООН в Казахстане или за рубежом. Участники летнего лагеря не только активно, но и полезно проводили свой отдых. Так, в рамках выездного мероприятия волонтеры принимали участие в диалоговых площадках и обучающих тренингах. Спикерами выступали опытные координаторы и представители известных волонтерских направлений Республиканского фронт-офиса волонтеров «Бергемос». Главная цель общего сбора – создание единой команды волонтеров, владеющих не только организаторскими навыками, но и современным социальным мышлением. Через волонтерский центр проходит более 1000 молодых людей. И вот такой отбор проходит не все. И здесь останутся также не все. Это как, наверное, в спорте такой кто-то. Ну, самое главное, что вы получите какой-то опыт, пойдете дальше развиваться. И вы всегда будете вспоминать время, когда вы были в Жасылуэле, когда вы были в волонтерстве. С удовольствием. В рамках лагеря «Волонтер Мектебе 2022» активисты смогли проверить свои знания, поиграть в игры, связанные с командообразованием, и изучить окрестности в рамках походов. В дальнейшем специалисты намерены и дальше проводить такого рода выездные мероприятия. Ольга Цуканова, Арман Абылхасымов, Жахангир Куанышбаев, новости Темиртау.